Сушить и сушить. Тут у нас во дворе такая красивая степная растительность была в тени хорошенько. Шалфей поднялся, тысячелистник. Таких очень-очень много его. И уговаривала не скашивать Жек. Они все-таки скосили. Я вот до ливня успела еще 2 пакета шалфея собрать. Скошенного уже. Не хотела в степи набирать. Раз здесь будут убивать. Оно так классно все цвело. Такая там атмосфера была. Живая-живая. Прям эльфийская. Жалко, что это все сейчас лежит сеном. Острыми этими срезанными сухими травами. Как будто уже август. Только что было лето, и сейчас во дворе уже осень. Потому что нескольким соседям очень хотелось написать жалобу, что у нас много травы во дворе и цветов. Я пособираю, конечно, те в пучке. Но жалко, очень жалко. Очень красиво было и такое уютное, волшебное пространство было. Я 4 раза за это... За эти дни попадала в мощный ливень. Это с температурой я. Все равно получается как массаж сосудов. жар, холод, температура, ливень, душ, жар, холод. Но зато закаляется как клинок тела. И продолжаю прорабатывать и сушить все.